Сейчас еще об одном преступлении. Это стрельба в Киеве. Теперь на авто с евро-номерами. Сначала появились сообщения о том, что обстреляли джип. Затем, что произошло ДТП, которое закончилось конфликтом и стрельбой. Якобы в результате несколько человек получили ранения. Впрочем, в соцсетях пишут и о том, что это могло быть ограбление. Больше подробностей знает наш Александр Васильченко. Все произошло в обед. Вот здесь, на столичной улице Дегтяревская, была перестрелка и погоня между двумя автомобилями на иностранных номерах. На оживленном перекрестке преследователи открыли огонь, по предварительной информации, из автоматического оружия. После нападающие пытались скрыться. Они выехали на встречную полосу в районе улицы Зоологическая и протаранили две машины, после чего скрылись. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты. Следователи сообщили о двух раненых. Людей госпитализировали. Об их состоянии пока ничего не известно. За інформацією свідків, дійсно на перехресті, якомусь з цих перехрестів на світлофорі, з цього автомобіля, який втікав і який в результаті кинули, було здійснено по третьому автомобілю серію пострілів попередньо з автоматичною зброєю. А машину стрелков уже нашли на соседней улице. По предварительной информации, преступники пересели в другой автомобиль. На какой именно марке машины скрылись стрелявшие, неизвестно. Свидетели путаются в показаниях и не могут назвать точные детали. Тем не менее, в городе объявлен план перехват. Александр Васильченко, Виталий Коваленко. Подробности недели. Телеканал «Интер».